Приветствую всех, мои дорогие подписчики. Сегодня я вам покажу, как разделяют мусор в японских многоэтажных домах. Вот смотрите, вы можете видеть, это комната мусора, да, куда все приносят мусор. И вот сюда мы выкидываем сгораемый мусор, то есть все пищевые отходы, бумагу и все остальное выкидываем сюда. А потом здесь выкидывают люди вот всякие кастрюли, сковородки, то есть все ненужное кухонное оборудование. Вот складывают, например, люди вот какой-то тренажер здесь, да, то есть для занятий спортом, какой-то, я не знаю, матрас старый выкинули, а вот даже столик, да, какой-то поломанный тоже выбросили. Вот кейс сюда складывают, в этот угол. Вот даже есть тут какой-то деревянный стол, я так думаю. Потом давайте пройдем угол пластика. А здесь выкидывают у нас пластиковые бутылки, баночки и все остальное. Вот крышечки от бутылок сюда идут. И пластиковые бутылки. А вот тут пластиковые этикетки и все остальное. То есть японцы сортируют мусор очень... И вот здесь даже есть коробки. Коробки отдельно идут. И здесь коробки. Вот так в Японии сортируют мусор, в принципе, как должно быть и везде. Давайте учиться в Японии, быть более снисходительными, или как сказать на русском, более заботливыми о нашей окружающей среде. Всем пока!